очень хорошо, что в следующем коллективе у нас барабанщик не левша. Потому что самое страшное для ведущего, когда следующий барабанщик левша, это всю ударную установку надо переставить в обратном порядке. Потому что у него уже другие руки задействованы. Но сегодня не так. Всегда на фестивале «Сентябрь Тихоней», я, по-моему, 6 раз был на этом фестивале, и всегда, конечно же, и в те годы, когда меня не было, тоже так было, с самого начала, всегда принимала участие джазовая группа «Тихон», которой руководит Игорь Володин, художественный руководитель нашего фестиваля. Сегодня коллектив этот выйдет на сцену в обновленном составе. Я видел выступление музыкантов из Тихона в Рыбинске. На Волге есть такой старинный город Рыбинск. Знаете, вот когда-то в 18-19 веках хлеб по Волге поднимали до Рыбинска, а дальше его тянули бурлаки, потому что дальше Волга становилась слишком мелкой, и там уже никакие паруса не поставишь, там шли люди по берегу, и за канат тащили эти баржи с хлебом дальше вверх по Волге до Твери и так далее. Поэтому Рыбинск был такая столица хлеба в России, и сейчас это старинный и очень красивый город, где сохранилось много прекрасной архитектуры. Каждый август там проходит День города, и в рамках Дня города там проходит трехдневный джазовый фестиваль. Концепция, которая мне очень нравится, называется «Джаз на родном языке». Там звучит много вокальных выступлений, и, как правило, вокалисты поют на своем родном языке. Не обязательно русском. Это могут быть вокалисты из Армении, это могут быть вокалисты из Африки, но они поют на своих родных языках. Это интересная концепция. Вот там как раз музыканты из Тихона представляли песни на русском языке. Будут песни звучать и сегодня, будет звучать песенный материал, потому что джазовая группа «Тихон» предстанет перед нами в совершенно новом, обновленном составе. Ну, конечно, за фортепиано, как всегда, художественный руководитель фестиваля «Сентябрь в Тихоне» Игорь Володин. Александр Насильев, которого мы знаем, в общем-то, как гитариста и автора песен, сегодня играет на ударных инструментах. Петь будет Анна Анфимова, она еще не появилась на сцене, но вот-вот уже появится. Дмитрий Мисоведов, бас-гитара. Евгений Русманов, гитара. Анна Анфимова, бал. И Дарья Мисоедова будет играть на скрипке. Скрипка – нечастый гость в джазе, но джазовые скрипачи существуют, их много, они импровизируют на своем инструменте. А здесь, я так понимаю, что много выписанной ткани, которые, в реализации которой в аранжировке участвует и скрипка в исполнении Дарьи Мисоедовой. Ну и дальнейшие слова художественного руководителя этого коллектива, бессменному, несмотря на все перемены состава, Игорю Володину. Спасибо. Еще раз добрый день. Теперь уже не как музыкальный руководитель, как руководитель совершенно нового коллектива джазовой группы «Тихон». В таком вот составе мы существуем буквально несколько месяцев, наверное, с весны где-то, да. И меня это очень радует, потому что мы, как мне кажется, нашли абсолютно новое звучание, такую новую нишу. Джаз на русском языке, не простой джаз, а авторский джаз замечательного самобытного автора Александра Насильева. Я про его песни. Сегодня один из тех немногих случаев, когда я на фестивале почти совсем не играю свою музыку, а играю музыку другого автора, но который мне очень нравится, который очень по душе. О ней чуть позже, пока я начну все-таки со своей собственной, даже не одной, а такой фантазии на две пьесы. Дело в том, что я готовлю сейчас новую музыку к своему новому альбому, который планирую записать в ближайшие 3-4 месяца. Там, в ансамбле с Алексеем Кругловым мы хотим вернуть эту традицию с московским сексуалистом, плюс скрипач Илья Ершов будет принимать участие. Этот альбом будет посвящен Владимиру Фейердаку и Олегу Юданову, барабанщику, который тоже часто сюда приезжал. И вот я просто чуть-чуть, дань памяти этим людям, сыграю, может быть, немножко корявенько, потому что пьесы сыроватые, но тем не менее, фантазия на свои две темы, они называются «Апрельский дождь» и «Послезвучие».
Хороший ансамбль в записи, но тем не менее. Спасибо. Сейчас о дальнейшей программе мы споем, исполним 4 песни, как я уже сказал, Александра Насильного, как мне кажется, абсолютно самобытный автор со своим просто неповторимым авторским почерком. Замечательные философские стихи, которые нас заставляют задуматься о смысле жизни, о поиске своего места в жизни. Я с Сашей сотрудничаю очень давно. Достаточно сказать, что вот все мои альбомы записаны, ну, особо ранние 4, по-моему, да, на его домашней студии, которую мы тоже планируем скоро возрождать и будем на радость городу записывать тоже свой новый состав. И занимался аранжировкой его песен, но тогда мы никак не могли найти какой-то стиль этой музыки. И вот вдруг совсем недавно нас осенило, что это же настоящий джаз, что это современный, авторский, очень красивый, очень содержательный джаз. И вот мы несколько месяцев делали аранжировки, пробовали разные варианты. Сейчас 4 моих лично любимых песни мы вам покажем. Несмотря на то, что у них единый автор, единые исполнители, они, как мне кажется, разные внутри. То есть 4 таких абсолютно разных стилистически, я думаю, вы это почувствуете. А исполнять будет эти песни в качестве солистки замечательная вторая лучшая половинка Александра Насильного. Анна Анфимова. Приятного прослушивания. Я не буду называть песни, то есть, я думаю, вы слов все поймете. А кому интересно, мы просто потом подарим какой-нибудь диск с этими песнями, когда запишем. Thank you.
и тень. Yeah.
Thank you.
перешуточная песня у нас следует. «Китайская стена» — новое название. Thank you.
Александр Васильев, барабаны и автор песен. Дарья Мисаенова, скрипка. Дмитрий Мисаенов, бас, гитара. Евгений Русманов, гитара. И художественный руководитель нашего фестиваля. И руководитель джазовой группы «Тихон» Игорь Володин. За большой вклад в популяризацию духовой и джазовой музыки и активное участие в фестивале «Сентябрь в Тихвине» вручается народному самодеятельному коллективу джазовой группе «Тихвин». Руководитель Игорь Володин, муниципальное учреждение «Тихвинский районный дом культуры». Фирменные дипломы фестиваля вручаются музыкантам. Анна Анфимова. Дарья Мисаедова, ваши аплодисменты, дорогие друзья. Дмитрий Мисаедов. Евгений Русманов. Александр Насильнов. Джазовая группа «Тихвин». Спасибо джазовой группе «Тихвин», спасибо вам, дорогие друзья, своих надо поддерживать, потому что к нам могут приезжать замечательные музыканты из далеких стран или из больших городов, но если не поддерживать своих, у нас ничего не вырастет. Хорошую музыку нужно поддерживать всегда.